Нагадаю, МАЗ, раздел тендоку рэншу или ваши индивидуальные практики, или ваша индивидуальная подготовка. Сегодня я расскажу вам про комплекс специальных физических упражнений для мышц кора. Слово кор переводится с английского, это центр, ядро, сердцевина. Мышцы кора являются одними из важнейших. Мышцы кора – это центр мышечной активности вашего организма. Мышцы кора принимают важное участие в ударной технике, в бросковой технике, в рукопашном бою. Какие же мышцы кора участвуют в том, чтобы вы были жизненно активны? Итак, это мышцы бедер, мышцы живота, мышцы спины, да, мышцы таза. Поэтому сегодня будем как раз работать с этими мышцами. Смотрящий масс. Первое упражнение для развития мышц кора. Мы сделаем легкое упражнение для того, чтобы мы с вами немножко разогрелись, потому что здоровье нужно приобрести, а не потерять. Принимаем мы с вами позицию упор лежа. Тело находится горизонтально. Ставим одну ножку вперед и меняем ножки. Да, в зависимости от вашего самочувствия делаем от 30 секунд до 1 минуты. Йой, приготовились и хаджиме. Ни, сан, си, го. И таким образом мы с вами выполняем работу. Ос. Следующий у нас второе упражнение для работы с вашими мышцами кора. Для этого упражнения мы принимаем с вами так же самое упор лежа, тело держим горизонтально и будем заниматься, как я называю, походом на носки. Да? Что мы делаем с вами? Ставим упор лежа, горизонтально держим тело, начинаем носками идти вперед к рукам. Максимально, насколько вы можете. Как только подняли, сделайте отпрыгивающее движение назад, да, ногами, до прогиба в спине. И таким образом работайте от 30 секунд до 1 минуты. Третье упражнение. Будем с вами работать с выпрыгиванием с позиции фусими, позиции ухода из раздела кавашива. Принимаем упражнение положение фусими, уход. И теперь выпрыгиваем вверх на одной ноге. Да? Я покажу. Готовились, йой, и. И таким образом выполняем упражнение где-то 30 секунд, 1 минута на одну, на вторую ногу. Ос. Четвертое упражнение с раздела развития мышц кора. Оно немного сложное, поэтому не спешите, и прежде всего безопасность. Первое. Мы принимаем с вами упор лежа, так же как в предыдущем упражнении. Поднимаем с вами одну ногу вверх и на нее не облокачиваемся. Делаем поднятие в упор, присев, поднимаемся, наносим удар ноги. Опять упор лежа. Упор присев, упор лежа. Все делаем одной ногой. Ос. Дальше у нас пятое упражнение из раздела развития мышц кора. Оно комплексное. Что нужно? Мы становимся свободно, спокойно, в исходную позицию. Делаем прыжок вверх, свободно головой. Принимаем с вами упор присев. Как только приняли упор присев, делаем упор лежа. С этого положения выбрасываем ножку вправо, упор опять лежа, выбрасываем ножку влево, упор лежа, упор присев, хлопок. И я покажу, как это выполнять, да? Йой, приготовились, и... И таким образом выполняем упражнение. Следующий у нас шестое упражнение из цикла развития мышц кора. Это упражнение... Выполнять будем в планке на боку с нанесением ударов ногами. Принимая исходные позиции планочка на боку. Тело стараться держать горизонтально. Ручка прикрывает голову. Подаваем ножку. И делаем прямой удар. Ич. Подаваем ножку. Ни. И так дальше. Делаем от 30 секунд до 1 минуты на каждую сторону. Омолечим вас. Седьмое упражнение из раздела развития мышц кора. Упражнение выполняется в позиции лежа. Я называю это упражнение... качающая звезда. Что мы для этого делаем? Садимся в эту позицию, распрямляем ноги и руки в стороны, при этом на пол их не ложить. Опять складываемся, ложимся в правую сторону, ножки на пол не кладем, складываемся в левую сторону и опять складываемся и звезда. И чимаем. И сам си го рок. И сам си го рок. И таким образом по 30 секунд до 1 минуты. Можете брать грузы на ноги, гантельки в руки для вашего как бы повышения работоспособности. Особенности комплекса состоят в том, что все
упражнения выполняются в динамике и направлены на развитие практически всех мышц кора. Выполняются упражнения на разы или же на по временному интервалу от 30 секунд до 1 минуты. Сайонара!